Как правильно флиртовать с мужчиной, чтобы он стал вашим с первых минут знакомства и навсегда? Надоело, что те мужчины, которые вам нравятся, не обращают на вас внимания, устали чувствовать себя непривлекательной? А ведь так хочется быть особенной и сексуальной. Хочется познакомиться, наконец, с тем самым мужчиной мечты и построить с ним классные отношения. Но есть проблемка. Вы не знаете, как привлечь его внимание, чтобы он смотрел только на вас и был пленен вашим шармом. Кажется, что это невозможно. Ведь вокруг так много красивых и интересных женщин. Возможно, даже думают, что лучше вас. Ставьте лайк этому видео, и я расскажу вам о том, как привлечь внимание мужчины и сделать так, чтобы в скором времени он позвал на свидание именно вас. Признайтесь, наверняка у вас есть любовное желание. Ну, например, вы очень хотите встретить мужчину своей мечты, притянуть в свою жизнь того самого, и каждый день, закрывая глаза, думаете о том, что бы сделать, чтобы это скорее произошло. И на самом деле, когда вы много мечтаете, Вселенная всегда посылает вам эту самую возможность свою любовь обрести, ее встретить. Ну, например, знакомитесь вы с кем-то в кафе или видите классного мужчину в ресторане, на работе ваш коллега очень вам нравится. И у вас возникает чувство, что вы эту любовь свою постоянно упускаете. Готова поспорить, что причина в том, что вам просто не удается привлечь внимание этого прекрасного незнакомца. Вы не научились еще флиртовать. То есть мужчины вам встречаются, а знакомство все никак не состоится. Но даже если знакомство все-таки состоялось, то мужчина почему-то не спешит делать первый шаг, звонить вам и звать на свидание. Было у вас такое? Делитесь своими историями в комментариях, очень интересно. А сейчас, чтобы вы больше не упускали шанс создать настоящие любовные отношения, я раскрою вам главные правила женского флирта. Итак, правило номер один – это позвольте себе флиртовать. У многих женщин с флиртом связано очень много страхов и зажимов. Они волнуются, что же обо мне подумают люди, а вдруг он на меня проигнорирует, а вдруг я выгляжу смешно и так далее. Но флирт – это природная сверхспособность каждой женщины. И эта способность уже есть у вас. Просто многие женщины ее подавили, считая чем-то похабным и неуместным. Но это не так. Флирт – это самое естественное наше с вами состояние. Это как маячок для мужчины, с помощью которого он находит свою пару. И нет в этом ничего зазорного. Понятно, что если вы внутренне считаете флирт чем-то плохим, то на практике ничего не выйдет. А попытки привлечь внимание мужчины каким-то жестами, словами и действиями, ну, будут выглядеть комично и неестественно. Поэтому прежде чем применить следующие фишки, вам нужно избавиться от этого блока, от этого негативного убеждения и всех страхов, связанных со флиртом. А для этого вам нужно наполниться манящей женской энергией. С этой задачей отлично справляются медитации, например, на раскрепощение, на женскую энергетику, на сексуальность. Здесь, на моем канале «Сила в мысли» есть очень много таких видео, обязательно потом посмотрите. А сейчас я расскажу вам о втором правиле флирта, но сначала хочу сделать вам подарок, который поможет исполнить ваше любовное желание. Готовы? Это билет на мой авторский онлайн-мастер-класс «5 ключей к управлению реальностью». Если вы мечтаете притянуть в свою жизнь мужчину, который сделает вас счастливой, если вы мечтаете о том, чтобы конкретный человек проявил инициативу, или хотите выйти замуж и создать семью, тогда вам обязательно нужно попасть на этот онлайн-мастер-класс. На нем вы узнаете, как можно влиять на собственную реальность и материализовывать желанные события с помощью силы мысли. Словом, вы узнаете, как стать главным сценаристом своего счастья и это счастье создать. Ссылка на регистрацию на мой мастер-класс находится вот прямо вот здесь и в описании под видео.
Все, что вам нужно сделать, это поставить видео на паузу, перейти по ссылке, вам откроется сайт, на нем вы заполняете регистрационную форму, пишете свое имя, свой e-mail, нажимаете «Регистрация», и вам придет сразу письмо с подтверждением регистрации и с билетом на бесплатный онлайн-мастер-класс. Все, что вам останется, это просто ждать начала в указанное время. Ну, в общем, до встречи, жду вас на мастер-классе. Итак, правило второе, правило флирта – это включите зеленый свет на уровне энергетики. Как послать сигнал мужчине, что вы открыты к знакомству, что он вам нравится и вы им заинтересованы? Есть классная техника визуализации, которая пробуждает в мужчине инстинкт охотника. Суть техники такова. В течение 30-60 секунд примерно представляете закрытыми глазами пикантные моменты, связанные с этим мужчиной. Проще говоря, вам нужно визуализировать постельные сцены с ним. Крутите этот сюжет в голове, как кино. Нарастающее возбуждение и поднятие сексуальных вибраций включат мужчине тот самый зеленый свет. Причем такая энергетика женщины улавливается мужчиной даже в толпе. То есть вы реально можете сидеть с подругами и делать эту визуализацию. И даже если вам кажется, что ваши подруги сегодня выглядят лучше, чем вы, то нужный мужчина считает именно вашу энергетику. Неважно, мыты ли у вас сегодня волосы, как вы вообще одеты. Потому что люди считывают энергию все-таки бессознательно. Кто-то из вас может спросить, а я не хочу притягивать мужчин на секс, да, на сексуальную энергетику. А я вам хочу ответить, что на самом деле именно с этого начинаются все взрослые отношения. А любовь идет уже после вот такого гормонального влечения. Это нормально, а самое главное, что это работает на 100%. Правило номер три. Установите визуальный контакт. Мимолетный взгляд, глаза в глаза – это явный сигнал вашей заинтересованности. Ученые доказали, чтобы заинтересовать человека и установить с ним зрительный контакт, нужно посмотреть ему в глаза ровно 3 секунды, а затем отвести взгляд. Всего 3 взгляда по 3 секунды, и даже самый застенчивый мужчина распознает ваш сигнал и включится в процесс. Кстати, Джек Шафер, автор книги «Включаем обаяние по методике спецслужб», рекомендует во время визуального контакта слегка приподнимать брови. Этот жест вшит в наш код ДНК и на всех языках мира обозначает максимальную заинтересованность объекта, а вкупе с легкой улыбкой и симпатию, открытость к общению. В общем, бесполезно флиртовать с мужчиной с лицом вот таким вот, да, не подходи ко мне, а нужно открыться, дать первый визуальный контакт, быть наполненной энергией, и тогда флирт будет просто 100% результативным. Правило четвертое. Расставьте акценты. Все девушки знают свои выгодные стороны. У кого-то это, например, красивые губы, у кого-то глаза, у кого-то волосы, а кто-то блещет изящной фигурой. Кто-то гордится пышной грудью или крупной попой. Все это можно и нужно обыгрывать во время флирта. И делать это можно с помощью кистей ваших рук. Дело в том, что внимание человека устроено таким образом, что взгляд всегда фокусируется на каком-то движущемся объекте, а фон при этом как бы размывается. Поэтому если вы хотите, чтобы мужчина не смог оторвать от вас взгляд, используйте движение кисти, чтобы периодически расставлять акценты на лице или на теле. Например, вы можете дотронуться до своих губ, а через пару секунд увести внимание на ваше изящное плечо, если вы считаете, что это ваше достоинство. Затем положите руки на бедра, провести по волосам и так далее. В общем, любите себя, выберите то место в вашем теле, внешности, которое вы считаете своим главным достоинством, и сфокусируйте на нем внимание нужного мужчине. Правило пятое. Заставьте его чувствовать себя на голову выше, в прямом и переносном смысле. Для мужчины важно доминировать, чувствовать себя сильным, востребованным,
очень здорово мужчины реагируют на просьбы помочь. Там, где нужна физическая сила или его умственные способности. Можно, например, подойти к понравившемуся мужчине и попросить его что-то перенести, поднять, сдвинуть. Можно попросить какой-то интеллектуальной помощи. Но главное после этого искренне восхититься его силой, умом и находчивостью. Поверьте, мужчины обожают комплименты и просто тают от них. И, наконец, правило номер 6. Оно называется «Я тебе раскрою тайну». Конечно, чтобы применить эту фишку, нужно, чтобы между вами уже случился какой-то вербальный контакт, то есть общение. Но работает эта фишка очень круто. Вам нужно создать доверительную обстановку и показать парню, мужчине, что он для вас особенный. Но это так и есть, да? Главное это правильно показать. И сделать это легко. Достаточно рассказать что-нибудь личное, как бы по секрету. Какую-то интересную историю, случай, приключение или какой-то шуточный рассказ. Но, конечно же, история не должна быть пошлой там, или драматичной, грусти не нужно. Поделившись секретиком, вы создаете такую более интимную и прочную связь с этим мужчиной. А такой жест повысит его вовлеченность в ваши отношения и эмпатию к вам. А если вы хотите, чтобы новоиспеченный знакомый точно взял ваш телефончик и пригласил на следующее свидание, тогда создайте еще и интригу. Например, скажите, что у вас есть еще одна очень интересная история, но вы не хотите ее рассказывать сейчас, потому что для нее нужна немного другая обстановка. Ну, или намекните, что встреча с этим мужчиной родила в вашей голове одну занимательную мысль. Но об этом вы расскажете ему как-нибудь потом, при следующей встрече. Или, например, можно оборвать собственный рассказ на самом интересном месте, ссылаясь на то, что срочно нужно уйти. Но обязательно скажите ему, что вам очень хотелось бы дорассказать вашу историю при следующем случае. Конечно, для этого мужчине нужно взять ваш номер и позвонить. И в 98% случаев, если применить эту фишку мягко и органично, он так и сделает, возьмет номер телефона. К тому же мысли о вас не будут покидать его долгое время, ему будет интересно. Поэтому высоки шансы, что он вскоре позвонит и пригласит вас на свидание. Итак, это были 6 железных правил флирта. Я хочу попросить вас вот о чем. Воспользуйтесь ими при первом удобном случае и напишите свои результаты здесь под этим видео. Но это еще не все. Я на самом деле знаю, о чем вы мечтаете просто всей душой. Вы мечтаете о любви. И я вас понимаю, ведь мечта о взаимной любви, счастливой любви всегда была и у меня на первом месте. Деньги, успех, квартиры, машины – это все прекрасно. Но любовь все-таки это движущая сила жизни. И когда есть рядом любимый человек, это самое важное. И знаете что? Я сама материализовала встречу со своим любимым мужчиной и притянула эти отношения. Можно сказать, что я намечтала личное счастье. Конечно, для этого я использовала конкретную методику, основанную на открытиях нейробиологии и на законе притяжения. И вы получите это уникальное знание. Вы получите все мои секреты и как я это сделала по шагам. Что для этого нужно сделать? Просто прямо сейчас перейти по ссылке в правом верхнем углу экрана. Здесь появится рука. Либо по ссылке в описании и прямо сейчас зарегистрироваться на мой бесплатный онлайн-мастер-класс «5 ключей к управлению реальностью». Именно там я расскажу вам те секреты, те шаги, те техники, которые необходимо сделать, чтобы притянуть в свою жизнь мужчину мечты, отношения мечты и навсегда быть счастливой рядом с любимым человеком. Переходите по ссылке, регистрируйтесь, я вас жду в ближайший вечер. Ну и подписывайтесь на мой канал, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы первыми получать оповещения о моих свежих видео. Видео выходит 3 раза в неделю, в понедельник, среду и пятницу в 18:00 по Москве. Пока!